Всем привет! Сегодня на Ясной Поляне. В моих прошлых видео я обещала вам показать, что здесь происходит в августе. Специально для вас приехала, для вас не раньше, потому что главный праздник будет через 2 дня, но сюда будет не пройти, не проехать. Но сегодня покажу вам, как съезжаются пилигримки, то есть паломнические группы на Ясную Гору. Будет очень интересно, обязательно посмотрите, это что-то сногсшибательное. Слезы просто бросятся в глаза, как сейчас люди приезжают, молятся, какие трассы они проходят, как себя посвящают тому, чтобы прийти в это намоленное, святое, просто священное место и поклониться ей, Матерь Божией. Поэтому обязательно, друзья мои, посмотрите, и вы не пожалеете, и такого вы не увидите нигде и никогда. Итак, поехали. Мы сейчас с вами идем по направлению к главному входу в монастырь через так званые брама Любомирских, она называется. Я рассказывала уже, почему она так называется. Обязательно посмотрите мои прошлые видео об этом монастыре. А перед нами очередная паломническая группа, которая входит. Обратите внимание, как некоторые люди уже идут из последних сил, прихрамывают, но они это сделали, они дошли, они уже у финишной прямой. Очень трогательно смотреть на этих людей, которые посвятили столько времени, сил, чтобы дойти. Сейчас группы уже стараются как бы быть не похожими одна на другую. Они одевают какие-то своеобразные футболочки, косыночки, какую-то, можно сказать, униформу. Раньше это было все намного проще, люди шли в том, в чем они, то, что они имели, вот. Но сейчас уже все приобретает другое измерение. Видите, это еще одна группа, вот они уже в голубых футболочках, вот, какие-то у них там надписи есть, откуда они, так что каждую группу можно идентифицировать, откуда она пришла. Ну и, конечно же, легче так собраться и не потеряться в толпе. Также группы уже имеют более такую, как сказать, серьезную организацию, кто идет впереди, сзади, чтобы, например, движением некоторые люди управляют машинами, чтобы дать паломникам пройти по проезжей части. Ну, это уже целая организация, целая наука. А мы сейчас с вами на главном поле, которое находится под стенами монастыря. Видите, огромная сцена построена. Почему? Потому что здесь будет фестиваль христианской музыки. И также в этом году 30-летие Дня молодежи, который проходил здесь, Всемирный день молодежи, который проводил Иоанн Павел II. И скажу вам, я была тогда 30 лет назад здесь, молодой девчонкой. Это были переживания. Здесь был весь мир у подножия Ясной горы. В городе не было яблоку упасть от паломников со всего мира. И вот сейчас это 30-летняя годовщина. И я опять здесь. Это просто что-то сверхъестественное. Такие переживания. Мой муж тоже был. И нам есть о чем вспомнить. Вот еще группы идут, смотрите. Даже молодые пары, видите, девочка в свадебном платье. Как видите, каждая группа получила свой номер, они организованно входят одна за другой. Вот здесь некоторые группы положили свои плакаты, который раз, какая группа пришла, одна 43-й раз уже. Давайте посмотрим и поприветствуем. Продолжение следует...
а люди идут, и поток просто не заканчивается. Кажется, что этих групп будет все больше и больше и больше. Как это трепетно наблюдать. Монашки стоят и приветствуют паломников с кукольными атрибутами. Очень мило. Пройдемся с вами еще по территории монастыря, чтобы у вас сложилось впечатление, и вы могли прочувствовать ту атмосферу, которая здесь сейчас. Конечно же, людей намного меньше, чем это бывало раньше, из-за того, что сейчас происходит в мире, но все равно атмосфера есть, и ее нужно прочувствовать. Смотрите, люди отдыхают везде, в тенечке, где только возможно прилечь, присесть. И, конечно же, слушают то, что происходит там в монастыре с главного алтаря. По-своему участвуют, общаются. Фестиваль христианской музыки, конечно же, будут транслировать по телевидению, поэтому здесь сейчас много вот такой вот разной техники, которая будет этому способствовать. Вот еще одна группа, которая делает себе памятную фотографию. Как видите, у них тоже. Еще вам покажу мини-базарчик, который находится на улице Святой Варвары, Швентой Барбары по-польски, а в конце вниз, если мы будем сходить, там есть костел Швентой Барбары, в котором бьет ручей такой воды. Я показывала уже в одном из своих видео, кому интересно, посмотрите, мы там пили с вами воду, вот, и многие туда ходят из-за этой воды. А здесь вот сверху этой улицы, которая выходит сразу после входа на Ясную Гору, находится вот такой мини-базарчик с религиозной атрибутикой, с сувенирами. Здесь вы купите буквально все, что касается Ясной Горы. И магнитики, и какие-то, и цепочки, и серебро, и картины, и музыку, я имею в виду песни, записанные на дисках. Короче, здесь есть все. Покажу вам еще сцену с другой стороны, чтобы вы увидели, какое это грандиозное сооружение всего лишь на один праздник.
очень большая постройка, а здесь находятся палатки для организаторов. Некоторые паломники располагаются вот так вот в палаточках. А 30 лет назад, когда был здесь День молодежи всемирный, от палаток не было свободного места. Все было в палатках во всей округе. Сейчас немножко скромненько. Сейчас мы с вами пройдемся, и вы увидите, как происходит служба с другой стороны, здесь сверху. Как священники общаются с паломниками и ведут также службу. Мы сможем с вами взглянуть на это место с другого ракурса. Также здесь находятся трибуны для каких-то випов, для высокопоставленных гостей. Заглянем краем глаза в мужской монастырь. Вот эти трибуны для гостей. А это все помещение для монахов. Там они живут. Это на 15 августа в Польше. Это не только огромный праздник Матерь Божьей, но также и День войска польского. Поэтому неудивительно, что на Ясную Гору приехали и представители польской армии. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, вот это построение. Вижу, что есть несколько высокопоставленных военных. Я в армии совершенно не разбираюсь, поэтому я не знаю, какого рода войска здесь присутствуют. Если кто-то знает, обязательно напишите. Вот эти мальчики все в черных очках, в беретах, и те дальше. Обязательно напишите, что это за войска. Молодцы ребята, что приехали также в этот день, в это святое место, помолиться и последовать девизу «Бог, хонор и ойчизна», то есть «Бог, честь и Родина». Друзья мои, пришло время объявить конкурс и рассказать об его условиях. Условия самые простые. Это быть подписанным на мой канал с колокольчиком, открыть подписки, чтобы я могла проверить, действительно вы подписаны или нет, и также написать комментарий под этим видео об своем участии. Комментарий может быть как один, так и несколько. Количество комментариев не ограничено. Чем больше комментариев, тем больше шансов выиграть вот такие сувениры с Ясной Горы, с этого святого места. Они были куплены, можно сказать, у входа в главную часовню, где находится этот чудотворный образ. Так что, можно сказать, пропитаны атмосферой святого места. К каждой открыточке я еще добавляю короткий путеводитель по санктуарию. На каждой открыточке находится также памятная печать из монастыря. Ну и, конечно же, оставлю свой автограф с самыми наилучшими пожеланиями для того, кто выиграет. Участвуют все страны, так что не медлите, быстренько оставьте комментарий и принимайте участие в конкурсе. Получите сувенир с такого святого и известного намоленного места. Расскажу вам один интересный факт. Все, конечно же, знают Эдиту Пьеху, знаменитую певицу. Она полька по происхождению, и вот в день первого причастия она получила в подарок сувенир, образок именно с Матерь Божьей Ченстаховской. Пронесла его через всю жизнь, как она рассказывала, он уже был потрепанный, затертый, но всегда был при ней, и она часто молилась, смотря на него, и ее самым горячим желанием и мечтой было побывать именно в монастыре и преклониться именно перед этой иконой. И благодаря Первому каналу ей все-таки удалось осуществить эту мечту. Даже есть фильм в интернете, можете посмотреть, как она приехала и как трепетно посещала это место. Поэтому я буду очень рада, если вы тоже получите какой-то маленький сувенир из этого места, которое уникальное, теплое, которое согревает и которое дает надежду каждому.
Если этот конкурс вам понравится, то я не исключаю возможность, что в будущем мы что-то такое повторим еще раз. Желаю всем удачи. Огромное спасибо за просмотр, за то, что вы со мной. До новых встреч, друзья. Желаю всем удачи.